Привет, друзья! С вами Варчик, и в этом видео я попробую научить вас быстрее реагировать на происходящее в бою, быстрее реагировать на врагов, и за счет этого вы будете наскидывать намного больше урона, и в принципе ваша выживаемость тоже должна повыситься. Если вы будете замечать раньше и четче реагировать на врагов, то и вы и урона будете больше наносить, и меньше от них получать. Потому что чем раньше вы среагировали, тем больше у вас времени есть на подготовку к выстрелу, и больше времени есть на принятие решений для сохранения своих хп и своего танчика. В принципе, ничего сложного нет, но я заметил, что игроки World of Tanks, они как-то неправильно реагируют, неправильно вообще действуют, не туда смотрят, и порядок действий их неправильный, все запутано. Сами себя путают. Во-первых, промоды. От них смысла особо нет. Они вам ничем не помогут, ни в скорости реакции, ни в получении информации. Это все лишняя лабуда, которая вас еще больше запутывает. Я этим не пользуюсь. Если вам нравится, боже упаси, как хотите, так и действуйте. Я вам просто покажу, как делаю я. В этом моменте вы видите, как я стреляю в Т-44, а потом просто начинаю переводиться на другую часть карты. И как я все-таки нашел этого чувака на Т-29, сейчас в замедленном повторе посмотрим. Я стреляю в Т-44, потом выхожу из прицела, смотрю по сторонам, получаю информацию, что происходит вокруг. Там ничего интересного для меня нету. Смотрю на мини-карту. На мини-карте обращаю, что есть Т-29. Дальше, не отводя глаз от мини-карты, указкой от того места, где я был, до Т-29, до танка, который меня интересует, я глазами сопровождаю указку и просто поворачиваю по указке, по мини-карте. И только когда я повернул указку, и она дошла до танка, который меня интересует, только тогда я начал смотреть на экран, а не на мини-карту, и выцеливать Т-29. Потом опять я смотрю, что же происходит по сторонам. То есть это комбинация этих действий у меня уже происходит автоматически. Я даже не отвлекаюсь на это, не придаю каких-то там значений этому. Я всегда так действую, просто как автоматически. Всегда я смотрю на экран, на мини-карту и по сторонам. Самое главное — правильно взаимодействовать и правильно последовательность выстроить. То есть вы смотрите сначала по сторонам, потом на мини-карту. Если нашли где-то там непонятного чувака, указкой поворачивайтесь до него и потом смотрите, где он. Так будет намного быстрее, чем некоторые люди по экрану там начинают что-то там выглядывать, высматривать. Некоторые даже из снайперского прицела не выходят, а просто в снайперском прицеле начинают куда-то там камеру крутить, смотреть. Это очень долго, очень неудобно. Ну, не знаю. Такие действия, как показал я, занимают там 2 секунды буквально. Перезарядка у танчика в нашей игре не сильно быстрая. И то время, пока идет перезарядка у танка, вы не должны просто тратить без толку. То есть стрельнули, посмотрели по сторонам, посмотрели на мини-карту. Это всегда так должны делать люди, которые хотят иметь нормальный результат в бою. Они должны получать информацию, что происходит вокруг, что происходит на мини-карте, и благодаря этим знаниям располагать какими-то уже дальнейшими действиями на бой. То есть видите, что после каждого выстрела, я специально взял именно этот реплей, потому что тут весь бой про настрел. Именно показать, как стреляю я и что делаю после того, как стрельнул. То есть стрельба — это не просто воткнулся в прицел и втыкаешь в него. Стрельба — это еще и то время, когда ты на КД. И пока ты перезаряжаешься, тебе нужно провести это время с пользой.
не просто там еще ближе X50 включить и еще ближе там микробиков выцеливать на танчике соперника. Вам нужно с пользой потратить время перезарядки на то, чтобы получить какую-то информацию. Посмотреть вокруг, посмотреть на мини-карту. Казалось бы, это очень простые действия, но те люди, которые так не делают, у них, в принципе, это не происходит автоматически. И, в принципе, ну, у них все запутано. Вот смотришь, как они действуют, реплеи там какие-то или видео, очень все как-то не смотрится гармонично. Игрок не чувствует себя одним целым с танком. У него все как-то скомкано, как будто бы он сам запутался в себе, вот это непонятное такое ощущение непоследовательность действий, неотработанных. Когда ты уже действуешь как просто автоматически, то оно как-то намного проще происходит, потому что, ну, ты так уже каждый раз делал. Вот за один бой я одно и то же действие уже повторил много раз, и, в принципе, благодаря этому оно у меня и получается четко. В принципе, на этом, по сути-то, и все. Собираешь информацию, быстро реагируешь на врагов. Благодаря тому, что ты не тратишь время попусту, а тратишь время с пользой. В принципе-то и все. И когда уже врагов стало мало, и все враги, в принципе, находятся передо мной, я перестаю крутить камерой туда-сюда, на мини-карту меньше уже смотрю, а больше смотрю уже, что происходит в бою, и просто уже расслабляюсь. Но пока врагов много, нужно себя держать в таком вот темпе и, ну, в принципе, жестко, быстро реагировать на все происходящие события в бою. И тут ни какие-то ни моды, ни читы вам не помогут. Более того, и читы, и моды, они только ухудшат то, что и так не очень у большинства игроков в нашей игре. Но до банального, казалось бы, просто, очень простые действия, но их что-то я не вижу, чтобы кто-то их делал. Мало того, что позиции нормальные люди не могут занять. И еще одно, вот когда я стреляю, допустим, играл я весь бой этот от холмика, когда я выкатываюсь на врага, я нахожу такую вот линию, когда я уже сейчас вот выйду и буду стрелять по врагу, я нажимаю кнопочку R, включается первая скорость, я начинаю выезжать из-за холмика медленно, буквально там чуть-чуть проезжаю на первой скорости, у меня уже сведение становится маленьким, и мне более комфортно стрелять. То есть у меня все уже автоматически как-то само уже действует. То есть когда я стреляю, у меня уже все сведено, у меня это происходит быстро. Во-первых, вы и урон так больше будете наносить, и сейвить свое хп тоже будете больше, когда выезжаете от холмика на первой скорости. Опять же, это тоже автоматически. Все у меня удобно происходит в бою, я сам себе не мешаю. Но некоторые игроки, у меня ощущение, что мешают сами себе. С вами был Варчик, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока!